проще нахуй. Сразу Шнобель на первый план. Бля. Заебись. Нет, ты представляешь, просто на 35%. Бля, фокусит, не фокусит, что-то не пойму. Вроде фокусит, хуй его знает. Еще я вчера вот этот на мышку поставил, ты ерунду помнишь? Маусовер или как там? Ну-ну-ну. Ну что-то такое себе, за нее немножко подфризивает. Ну не, я что-то как-то это... Я знаю, типа, вроде она как бы удобная, но с другой стороны что-то и не очень. Не то пальто, так сказать. Так. Блин, ну вроде я как по очереди следующий должен быть. Да, кроме тебя никого нет там. А, нет. Ты второй на очереди. Ну, а хитон вот этот, ну он же вроде как бы... Нет, до хипао. Вознесемся вместе. Да хранит тебя Архон. Ну, аккаунт пока поделаешь. Где-то. Ну вот я говорю, вот вчера это вообще что-то с чем-то. В плане того, что не выпал ничего, Миша? Нет, ключи. А, это жопа. Я вот говорю, с кем я вчера ходил, никто не смог, типа, этот первый трэш даже убить. Да, блядь, ну ты такой танка хилишь, 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 типа, а он не хилится ни хера. Ты такой, блядь. Вообще, знаешь, что я скажу? Ну ладно, сейчас по этим логам посмотрю по новому. Сумрачный шелк. Ожидал. А. По новым логам у нас.
Ну ладно, короче, у нас где-то сейчас одно окно. Ого, неплохо. Дамаг прям бешеный. Неплохо, неплохо. Тут мы здесь, как обычно, с ДХшниками меряемся. Кто больше? И кто быстрее убежит. Да. Бля, куда брутозавр? Вон он. Что-то мало. В Орибусе вообще народу очень мало стало. Походу вот самые прожженные типы остались, которые вот, ну, знают вот этот вот метод фарма. Дальше. А, кстати, знаешь что? Короче, вот ты когда заходишь в город, там вот эти барыги же кричат то, что боежку продают. И это, оказывается, работает. Ну, бля, я на аукционе очень быстро продал. Нет, типа, пацан, вот, получается, за один пул до меня он выбил боешку. И через минут 10 он ее уже продал. Типа, на руки сразу. Ну, на самом деле, хуй знает, кто их покупает за такие бабки. Немножко сомнительно какая-то тема. Нет, он прям с рейда вышел, чтобы ее продать. Не, я про то, что люди, которые покупают, кто они такие? А... Что за мажоры? Ах, блин, у меня шарнир сканер здесь отключен. Валера, я пошутил, у нас 18 секунд, да? Походу два окна. Может даже три. Типа убейте три элитки в утробе. И тут просто дохера челиков миллион стоит всегда. Самый легкий квест. Ой, вот это утроба. Вот самое бесполезное место. Да.
Таргас то же самое. Ну, типа, его так распиаривали на... Ну, типа, на выходе, да, что это там пиздец какой-то, блядь, из утробы нет выхода. Ну-ну. В итоге минут через 10 сразу вышли. Да. То, что летать тут нельзя, ну... Ну, похуй. Ты знаешь, вот какой пятый или шестой сейчас пул был, до сих пор ни одной Бшки не упал. Это меня в рейде нет. Шаманская удача. Вот здесь все остальные шаманы тут. Что ж там так фу, что никто ливнуть не может? По-братски, да? Ага. Блять, 301 тысяча, 295 было вчера, утром было 303 тысячи жетон, сейчас 301. По идее же можно, да, так, что взять сейчас жетонов нафармить, перевести в рубли. И, ну, потом, чтобы Dragonflight купить, типа. Да, так можно. Не, походу так и будем делать, хули. Способы оплаты хуй откроют, наверное, скорее всего, до сентября. А там, а предзаказ будет косаря 3 стоит, наверное, 5. Есть какие-нибудь древности? Хотя бы от 200 лет. Выход нового аддона. Ну, как патч, типа, как назвать дополнение? Аддона. Аддона, да. Не, лучше эту. Лучше эту ВАшку снести, что-то она мне вообще не нравится. Вот, первая БАшка упала. Кому? Не, не мне. Да я сразу материться начал. И. Упал, как обычно, шаману, который вчера лутал БАшку уже. Бля, да он охуел. Другая вот эта Беатрис. Она тоже вчера получала. Приветствую тебя. Бля, да это вообще несправедливость. Напиши ей в чате. Да я не в рейде, ёпты. Напиши ей в чате, что мою БАшку пиздила.
носки поддеть. Меньше прикалывает то, что если я умираю, пацаны сразу меня ресуют. Ни хилов там, ни других пацанов, а сразу меня. Ну, там чё БР это тратить некуда. Нет, ради ДПС жесткого. Кто-то, смотри, в поиске этого мифического Нзота трает. Где ты видишь? Этот, ЛВ пишет. Нет, мы мифического Нзота не убивали. Нет, не Нзота, а там до собаки мы, по-моему, убивали, а на собаке все стопалось. Чё за собака? А там помнишь, которая... Она откидывала, короче, и жрала что-то там с нескольких мест, ее там надо было убить. А, все, понял. Глаз там еще этот был. Где надо было спускаться за ним. Ну я оттуда боссов так себе помню. А ты видел сейчас вот эти... Как вот это соревнование, где этот ключи играют, называется? Мифик Дэнджин, что-то там. Ну ладно, короче, не суть. MLG, что-то такое, короче. Я вот вчера смотрел так. Там пацаны вообще легионские эти играют ключи. До сих пор, типа. Не, ну там они бешеные. Там, блядь, смотришь дамаг, там... У нас пацан группу покинул. Это плюс делай чат. Второй пацан группу покинул. О, базар нет. Два лок есть, но они навряд ли тебя самой не будут. Давай я тебе это присумую сейчас попробую. И ты в итоге сюда попал быстрее, чем вот этот Дохн Пау. А вообще вот эти все типы, которые на постоянке, они здесь в этой, в Дискорде всей толпой общаются. Хочешь туда залететь? Ну, нет. Там по-любому один стоит на БЛе, блядь, постоянно. Еще что-нибудь.
Можно, чтобы им базука салам алейкум передал. А? А, 7 минут перерыв еще. Бля. Давай лети, короче, сам. А, я же тебе хотел показать. Пойду пока линзы сниму, что ли. Алло. Да. Да я нечаянно компьютер перезагрузил. Так, сейчас я пойду линзы сниму. Давай на стриме сними. Да ебать. Я без зеркала не могу. Валер. Чё-чё? Ща, у меня сейчас все запуталось.
Валер, заходим. Чё говоришь? Он говорит, заходим. О, два человека на стриме, кто бы это мог быть? Так, заходим, заходим, заходим. Ну, один я, второй Санёк Пососоев. Пососоев. Вот тебе, что я хотел показать. Ну, я чуть-чуть только музыку слышу. Все, понял. Уже что-то и спать немножечко охота. За честь и отвагу! Эта штука-то из Стима. Да. Ничего себе, 18 человек и очередь кончилась. Как ты мне пишешь, типа, я жру огурцы. Да-да-да. Жру огурцы, пью хилки. I want Russian prostitute. Мерлин. Русико. Мне это нравится. Фу, путь что ли? Так, а что есть что? Сколько хилов-то и сколько ног? У нас есть кто? Раз, два, три, четыре хила. Нормально. Наш герой мертв. Ебать, там сейчас оглушишь кого-то на стриме. Художественный фильм спиздили. Это когда боешка будет выпадать, ебать, можно вот эту хуйню урбать. О, сейчас, знаешь, что замучу? Одна идея есть. Мозгов у меня нет, друзья, но есть идеи. Попёр, дамас, попёр, попёр, попёр. Ой-ой-ой. А как ты, Валер, так этот, на первом месте? Ну, толпу достойную собрали. I want Russian prostitute. Merlin.
получается, двоих не хватает. Один пошел кушать, короче. Это что такое? Это что такое, пустой пак? Ну давай, быстрее, время идет, деньги. Блять, танк тупит. Давай, иди, ну. Пиздец, он за... А чё он? Да блять. В окнах запутался. Да у нас ДК ушли только что прям все. Здесь кто-то умудрился умереть, что ли, даже? Ти. Бля, он почему по 5 мобов? Чё за прикол? Сейчас вот этих еще дальше не поведет. О, Валер, отвлекись на пару сек. Слушаешь? Да. Ага, полосы Соева. Я че, вообще пиздец. Как можно так, блядь, ну правда тусить нахуй, гипничать, блядь. Вообще, ебать, просто, блядь, там уже никого не остается, нахуй, грубо говоря. С амбалом фиском, ебать, там цель. И сохранник, блядь. Это знаешь, Вася, ты хуйня уже, когда уж с ментами забратались, нахуй, вот так стоит. Нормально. Санька.
О, сыр, свой его, знаешь? Ну чё, как тебе? Нормально, нормально. А еще раз можно? Еще раз, на бис. А, Егор тоже тут, что ли? Так да, он в зале сидит. Еще раз хочешь? Да. Слушай. Анька, о, сыр, соева. Я чё, вообще пиздец. Как можно так, блядь, с утра тусить нахуй? Он ебичит, блядь. Вообще, блядь, просто, блядь, там уж никого не остается, нахуй, грубо говоря. С амбалом, фиском ебать, он цель. И с охранниками, блядь. Это знаешь, Вася, так у меня уже, когда уж с ментами забратались, на годах стоит. Санька. О, сыр, свой его, знаешь? Ну чё, как? Завелись, завелись, чётко, чётко. О, сы, сло, я вас, знаешь? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Хильте меня, сука. Умру же. Это пока не везет. Ну, не везет вообще, типа. Откуда это воспроизводится уже? Что? Вот эта запись, которую я включал. Может, на стриме? А, стрим лагает. Лагает? Нет, не лагает. Нет, не лагает, у меня не грузит нормально. А. Да я просто сижу, короче, это отдален такой голос. Санька, посы, соева, знаешь? А кто это такой, Санька? Почему?